Здравствуйте всем. Сейчас я не буду показывать никакой видеообзор. Это будет посвящено сейчас знакомству вот таких вот раскладных плоскогубц. Стоят, я не знаю, сколько мне их подарили, но недорого у нас они стоят в Украине. Надеюсь, в России такие есть. Давайте посмотрим. Вот они как плоскогубцы. Но не совсем так. Потому что здесь вот такие вот отверстия. И тут спрятаны уже эти дополнения. То есть там отвертка, ножичка, два маленькие, большой. Там разное все, пила. Ну давайте сейчас посмотрим. Вот, давайте на них и посмотрим. Вот они вот такие. Вот давайте посмотрим, что здесь. Вот ножичек. Маленький ножичек есть. Так, потом есть отвертка. Так, это консервный нож, вот. Вот это у нас консервный нож, чтобы можно было открывать. Вот, видите, банки консервные. Так, отвертка. Вот, либическая. Так, дальше. Тут у нас с этой стороны все. Теперь с этой стороны смотрим. Вот это у нас как раз ножик, спилка. Как раз спилка. Так, вот это у нас отвертка еще одна. Маленькая только уже. Обычная, вот сейчас покажу. Вот. Также с этой стороны еще присутствуется еще один для открывания консервы. Вот он. Отвертка вот как раз крестовая есть. И все. И выглядит оно все, если мы его разложим, будет выглядеть вот так вот оно. Вот так примерно. Вот. 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 А как складываются эти плоскогубцы? Ну, они же раскладные плоскогубцы. Вот. Получается, это мы все складываем. И как они складываются? Складываются они вот так вот. Берем мы вот эти вот ножки. И вот так вот их берем и сгинаем. Раз, сгибаем. И вторую ножку. Раз, и сгибаем. Потом берем, так вот раз прижимаем. И вот они у нас уже сложились. Также дается еще вот такой вот чехол. Можно взять и положить в этот чехол. И все, и удобно. Сложились, потом взяли вам надо, взяли, разложили вот так вот их, раз и все. Взяли там что-то поделали плоскогубцами, взяли что-нибудь, ну здесь там взяли, взяли ножичек нужен, взяли ножичек, сделали все, потом опять взяли, сложили. Все очень, ну только что мы смотрели плоскогубцы складные. То есть раскладные. Не забывайте подписываться на мой канал, смотреть мои видео, заходить в мою группу ВКонтакте. Всем спасибо, до следующего видео. Всем пока.